обзор моего отеля, в котором я остановился. Пескадор Виев. Yes, one room, please. Okay. So what's your name? Сергей Лашкевич. Okay. I'm the blogger and I have the YouTube channel Лашкевич Pro. Take me the good room. Okay. I will give you the double room with bathroom. Okay. Thank you very much. Друзья, комната Пескадор Виев номер 4 в отеле. Внутри двухместная кровать. Имеется кондиционер. Прикроватная тумбочка. Ну и что еще надо? Это ванная комната, душевая. Здесь имеется зеркало, умывальник, унитаз и водонагреватель. Водонагреватель при включении сразу включается горячая вода. Достаточно повернуть кран. Очень удобно, очень продуманно сделано. Ливневка, здесь нету бордюров. Это все уборка производится очень быстро. Вот такой вот красивый, аккуратный номер. В принципе, ничего лишнего. При необходимости есть проветривание, установлена москитная сетка. Блокировка окна, и можно просто приоткрыть москитную сетку. Чистенько, опрятно. Такой номер на одну ночь стоит 1800 песо. Поэтому, кому интересно, понравилась береговая линия. В остальных видео буду рассказывать. В принципе, здесь риф. Риф немножко уже как бы подизношен после шторма.
который был в 2020 году. При желании вечером можно немножко убрать свет, и становится очень уютно. Хорошо работает Wi-Fi без проблем. Поэтому, кому понравилось, приезжайте. Координаты напишу ниже. Все, всем пока. С вами был я, Сергей Лошкевич. До новых встреч.